Привет! Ты снова на канале IT User Help. И сегодня у нас очень интересное видео, в котором я расскажу, как сделать из любого веб-сайта мини-приложение на твой смартфон с операционной системой Android. Во-первых, для чего это нужно? Как ты знаешь, многие популярные сервисы YouTube, ВКонтакте, Facebook, Instagram и прочие имеют свое приложение в App Store, либо Google Play, для того, чтобы человек скачал приложение и установил на свой смартфон. Для чего это сделано? Прежде всего, для того, чтобы было удобнее пользоваться на сравнительно небольшом экране мобильного телефона относительно компьютера. Ну и плюс дополнительные функции, конечно же, в приложениях есть по сравнению с сайтами. Но в целом основная функция — это удобство использования. Мобильное приложение удобнее использовать, чем сайт. И просматривать мобильное приложение удобнее, чем сайт в браузере на том же мобильном телефоне. Но есть один нюанс, что не все сайты, которые ты посещаешь и которые, возможно, ты любишь больше, чем известные сайты, имеют свое мобильное приложение, что затрудняет использование этого сайта на мобильном телефоне. То есть тебе приходится открывать на своем смартфоне браузер какой-нибудь, Google Chrome, либо Firefox, либо стандартный браузер Android какой-нибудь любой, и лазить на своем сайте через этот браузер, что весьма неудобно, так как страницы нужно либо вручную подгонять, либо включать мобильный режим, который тоже не всегда работает корректно. В этом видео я хочу рассказать тебе, как сделать с любого сайта мини-мобильное приложение. Выглядит это будет вот таким образом. Как видишь, сейчас у меня открыт Википедия сайт, но он открыт уже как мобильное приложение. То есть у меня есть дополнительные функции. Во-первых, пролистывание идет ровно, никуда не надо влево-вправо двигать, просто листаем как обычно мобильное приложение. Кроме того, у нас появились такие настройки, как увеличение текста, например, размер шрифта. Если ты много читаешь сайты, то это будет для тебя очень полезно. Можно поставить большой шрифт, и читать станет намного удобнее. Также есть и другие функции. Это получается полноценное мобильное маленькое приложение. Можно включить ночной режим, если ты читаешь в темноте. Это для глаз намного безопаснее. Можно также режим инкогнито включить, с помощью которого будет сложно отследить историю посещения тобою сайтами. В общем, довольно много информации. Ну а перед тем, как я покажу, как реализовать эту функцию на твоем смартфоне, я хочу попросить подписаться тебя на канал, на котором ты смотришь это видео, на YouTube, либо в Яндекс.Эфире, а также оставить комментарий под этим видео, поставить лайк этому видео и по возможности нажать на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео. Видео выходят довольно часто. Итак, не теряя времени, давай приступим. Для того, чтобы иметь такую возможность, тебе нужно скачать и установить приложение Hermit Light Apps Browser. Вводишь английскими символами в поиске в Google Play Hermit, как я ввел, и тебе нужно скачать приложение Hermit Light Apps от производителя Chimbori. Скачиваешь, устанавливаешь. Сейчас я покажу полностью в поиске, чтобы было тебе легко найти. Hermit. Скачиваешь, устанавливаешь и открываешь. Давай дождемся установки. Все, готово. Открываем. Я покажу небольшую настройку. Вот так выглядит
первоначальный интерфейс приложения. Здесь описывается, что такое Lite-приложение. Lite-приложение – это быстрые, легкие веб-приложения, тесно интегрированные с Android. Ну, то, что я и говорил. То есть, мини-приложение на твоем Android, которое отображает информацию с веб-страницы в более удобном и легком варианте. Вот, также здесь указано еще одно преимущество, это то, что некоторые Android-приложения сильно расходуют батарею, даже когда вы не используете их. При помощи этого приложения мы сможем их заменить Lite-приложением. То есть, еще указывается в плюсы то, что такие Lite-приложения будут меньше потреблять энергию, чем, например, полноценное Android-приложение, скачанное с Google Play, к примеру, для какого-то сайта либо сервиса. Работает для любого сайта, просто введите адрес для создания Lite-приложения, затем настройте его или выберите готовое из библиотеки. Понятно. Приложение, далее, создайте. Так, давай приступим. Вот, таким образом нас встречает интерфейс. Нам нужно выбрать сайт, который мы хотим сделать в виде Lite-приложения. То сайт, который мы довольно часто пользуем и читаем. Например... тут же Википедию. Википедия.org. Вводим адрес сайта. Загружается страница. Нам нужно нажать на шестеренку, когда мы перешли на сайт, с которого хотим создать Lite-приложение. Нажимаем на шестеренку. Выбираем создать Lite-приложение. Даем какое-нибудь название. Выбираем «Добавить на главный экран», нажимаем «Создать». Все, у нас создалось приложение. Также нам будут доступны настройки дополнительные. Теперь, если ты перейдешь на в следующий раз зайдешь в приложение, которое мы скачали, Hermit, у тебя будет это мини-лайт приложение уже на главном экране. Просто нажимаешь и используешь свой сайт как приложение. Можешь нажать на вот эту иконку. Здесь будут уже некоторые заготовленные сайты в виде Lite-приложений, самые популярные. И также сможешь либо здесь, либо через эту иконку еще добавить любые другие сайты, сделать Lite-приложение. Попробуем сделать еще одно Lite-приложение. Яндекс, к примеру. Нажимаем настройки, создать Lite-приложение, создать. Все, теперь мы используем сайт Яндекс как мини-приложение. К примеру, можно новости читать в таком удобном формате, просто пролистывая. В общем, такой функционал. Приложение называется Hermit. Пользуйтесь. Надеюсь, видео было полезным.
ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Всем пока!